Из рук губернатора Александра Карлина медали получили около 40 человек. Среди них за труды по сельскому хозяйству, знаки «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» и не только. Главы многодетных семей наградили медалью «Родительская слава». Награду за честь и мужество в этом году получил житель Салтонского района. Ему удалось вернуть к жизни грудного ребенка, который уже не подавал признаков жизни. Рад, что вспоминаю добрые дела. Я даже не ожидал этого. Я доволен тем, что ребенок вырос, растет и без всяких последствий. Также в соответствии с решениями президента несколько жителей края были удостоены орденом за заслуги перед Отечеством первой и второй степеней. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.